Друзья, всем привет, с вами Капанда, и продолжаем играть с подписчиками в Roblox, мой любимый Tower Defense, Tower Battles же он. Так, всем привет, я в какой команде? Я в команде синих, короче, вместе с Димасиком и Стопчиком. Играем против Какашечка, Смородина и Тена 900. Ха, прикольно, ну чё, все ребята, всем удачи, пускай будет офигенская катка. Кстати, я купил этого командира наконец-то. И сейчас его хочу как раз и затестить попробовать. Если честно, я еще ни разу им не играл. Ни разу его не видел. Так, читал, что он вроде как усиливает там юниты. Сейчас глянем. Ну что, стандартно. Ставим джипарей. А, может быть, кстати, их лучше ставить где-то с командиром, я не знаю. О, как он усиливает-то? Он будет бафать джипарей, интересно, либо нет? Если кто-то уже играл командиром и тестировал нормально, напишите в комментариях. Чё да как, сколько он бафает там и так далее. Надо на Википедии будет залезть, конечно, читануть. Так, ладно, ставим джипаря и надо ферму поставить. Где моя ферма-то? Вот моя ферма, нужно ее апнуть. 250, сейчас как раз апнем и потом апнем джипарей. Ну а потом будем смотреть по развитию ситуации. Давайте глянем, что у соседей там творится. Ну-ка, соседи, вы где? Я иду к вам. Здорово. Ага. Так, у них тоже ферма, короче, снайперюга стоит и пикалетчик. Пикалетчик, пикалетчик. Так, и там снайпер, да, еще наверху. Ага, вон он, красавчик. Бэнчик, нахлобучивает. Хорошо, стреляет, а. Высоко сижу, далеко гляжу, как говорится, да? Ладно, пошли домой. В гостях хорошо, дома лучше. Надо и тут как следить-то. 320, нет, мне не хватит. Мне надо, чтобы апнуть на бамперецкий, чтобы бампер есть, теперь хватает. Теперь у нас на джипаре бампер, где он, вон он, вау. С такими шипами, больно будет, наверное, втыкаться по коленкам зомбаку, где они? Так, вот видите, они идут, вон их коленки, вон бампер. Бампер без шипов, просто, они даже не кричат, видите, они идут дальше. А сейчас с шипами и прям по коленкам, давай, давай, мой красавчик, едь. Больно. Ну, примерно вот так они должны были кричать, если бы они могли кричать. Поэтому они у нас скромные такие зомбарецкие, они не кричат. Ну, им, наверное, больно, надеюсь. Самое главное, чтобы они денежки нам приносили. За бабосики мы будем дальше строить все. Ага, 300 осталось. Мне нужно накопить 550, чтобы апнуть ферму. Ферма у нас пока второго уровня. Это не огонь. Так, а мне надо поставить командира, но командира я, наверное, буду ставить после того, как поставлю хотя бы, наверное, либо командоса вместе с Файзером. Потом мы попробуем их усилить. Самое главное, чтобы у нас катка не кончилась слишком рано. Так, 40, все, ништяк, и у нас ферма уже третьего уровня. Третьего уровня у нас фермецкая, и второго уровня патрули. Что у нас тут еще есть? Раз, два, три. Ферма у нас получается... Эй! Это помешали провода. Так, 4 у нас джипаря. И 4 фермы. Ладно, нормуль. Вроде пока, я думаю, можно фермы апать, потому что 4 джипаря затачут. Где-то до 10 волны мы спокойно можем простоять. А у соседей что? У них, короче, 3 фермы. Пока также у них все. Там снайпер, здесь снайпер. И пикалетчик стоит. Окей нам. Так, давайте, что мы апнем-то еще? Я хочу накопить, наверное, на 1000. 1000 накопить и апнуть ферму, чтобы она приносила уже нам по 500. Сейчас она по 200 приносит и будет приносить по 500. Она купится за 3 волны. Ну, если будет слишком жестко, вот сейчас босс пошел первый на 8 волне. Если мы не будем справляться, тогда я апну еще джипаря. Сделаем ему C4. Хотя он там не особо-то много будет сносить. У него также будет жизни 60. У первого уровня 25 жизней, у второго 60. А у третьего еще добавляется C4, который взрывается. Бэнчик. Давай по коленкам ему. Вот по его железным коленкам. О-о-о-о. Он, наверное, закричал. Должно быть. Но это не точно. Так, что там у соседей у нас дела? У меня 700. Мне нужно... О, уже 100. 90, это 87 осталось. А между прочим, они уже командоса купили. Молодцы, красавчики, ребята. И нахлобучивают Басецкому. Так, а у нас там как дела? Басецкий-то идет. Где его коленки поломанные? Нормально.
Сейчас воткнемся и его добьем. 60, еще 7 осталось сдачи. Заберите сдачу, пожалуйста, 7 хитпоинтов. Вот она едет. Вот она хитпоинты едет, 7 штучек. Блинчик, еще одного задавили. Так, ну чуть-чуть осталось. 1000, дайте добрать 1973. Давай. 27, упади, капай, давай, выкакивайся, денежка. Надо, чтобы волна прошла просто, есть. Все, огонь. Так, теперь будем, просто копить. 1800, поставим тоже одного командоса. А может быть сразу же рядом с ним и поставлю командира, чтобы нам затестить. А потом рядом буду с ними стоять. Будем как-то вот так пробовать делать. Я даже не знаю, как там, какой у него радиус, как он там усиливает. Но я так маленечко прочитал на вики. Так. 900. Нормуль, но надо еще столько же. Нужно еще 900. 930 надо, чтобы 1850 было. Ладно, сходим пока к соседям, глянем, как дела там у них. Так, у них уже команда нахлобучивает. Это нормуль. Так, и два снайперюги здесь засели. Один здесь засел и один там. Короче, у них снайпера в основном и командос. Ну вот команда не тащит, он прикольный. Он наносит постоянный урон. Так, первый босс у них свалился, а у нас еще нет. А потому что нам кроме джипов и неким валить-то, да, их? Да, вот у нас наши зомбаки тут. Я с их острова слежу за своим вот так вот. Оп. Все вижу. Высоко сижу, далеко гляжу. Где боссы? Вот они идут. Потом так хоп, быстро и к ним перепинстился. Во, у них тоже командир есть. Прикольно. Вот он стоит, командует. Я тоже хочу своего поставить. Но прежде чем мне командира поставить, есть как раз деньги есть. Я сейчас воткну вот сюда. Давай. Блин, с джипарями все своими заставили. Все, командоса. И сейчас мы его за 650 апнем, чтобы у него радиус хоть был побольше. Давай. Копись-ка. Ну, вот пошел нахлобучивать уже, красавчик наш. Есть. Жалко, вот нельзя посмотреть, сколько у него атака. Были бы вот разработчики, услышьте меня, сделайте какую-нибудь тут ниже менюшку, будет. Атака в секунду, либо атака за выстрел. Вот лучше, конечно, damage per second, то есть сколько повреждений в секунду наносит юнит. Было бы удобно. Хоп, ты апнул, он там, хоп, вырос. А так что-то не видать. Вот мы сейчас давайте... О, он такой маленький, у него такой маленький радиус обзора. Ёлы-палы, ладно, давайте его куда-нибудь, куда. А вот сюда поставим. Ну-ка, интересно. А, вон, смотрите, плюс 20%. Вот то, что он захватывает, тут даже нарисовано. Прикольно. Прикольненько. Так, а за 850 мы что-то можем апгрейдить. Будет какой-то дриллинг. Не знаю, что такое. Так, а на 20% это что у нас? Радиус увеличился. Да, я так смотрю. Да, точно радиус увеличился. Обалдеть. Нормально. Ну-ка, я хочу его еще раз апнуть. Хочу глянуть, что там будет еще такое за 850. Так, а ферму нам сколько? 4000 надо на ферму, да? А, 4000 на 5 уровень, чтобы она приносила уже не по 500, а по 1500. О, тем временем у нас тут джипари уже апнутые до 4 уровня. Да, 4 уровня джипари. Все нормально, сейчас по коленкам еще и будет нахлобучивать пулеметчиком. Так, 850, ну что, хватает? Хватает, давайте апнем. Бенч. О, теперь у них еще и молнии появились. Это, наверное, теперь у них и радиус обзора, еще и повреждения увеличились. Но это не точно. Я потом залезу на Википедию, я, конечно, все это почитаю. Прикольно, вот они с молниями появились. И... А, точно, смотрите, это же этот. Я так подразумеваю, вот этот кругляшок, это радиус обзора, это типа зрачок. Ну, наверное, глаз. Это, то есть, радиус действия увеличился. А молния, это скорость, скорость стрельбы, наверное. То есть, как они перезаряжают. Риоганнер, наверное, должен быстрее нахлобучивать. Ну, мне так кажется. Если я не прав, то поправьте меня. Так, здесь у них тоже уже... О, у них уже шестиствольщик двойной. 12-стволка, короче. Ха-ха. Прикольно. Вон они нахлобучивают. Блин, как он мне нравится, выглядит. Прикольно выглядит, да, вообще?
команда. Вместе с командиром команда. Так, ну-ка. Мы за 2000 сможем апнуть его? Нет, давайте мы апнем сначала вот этого дядьку за 1100. Нам тоже надо на 2600 накопить, а то мы что-то какие-то не это, не ахти. И ферму бы еще накопить и апнуть. А, надо все копить, конечно. Надо все покупать. А денег пока, конечно, нету. Так, 1200. Командира апнуть на третий уровень стоит 2000. Call to Arms. Призыв к оружию, наверное, так переводится примерно. Dual Wield. Это двойная шестистволка. 2600. Даже не знаю, что и апнуть-то. И то охота. А все, охота апнуть. Все. Так, что там у них творится, глянем. Блин, он на таком смешном стуле стоит, капец. Ну-ка, у нас же тоже на стуле стоит. Такой чудной, да. На тубаретке поставили, типа, я буду казаться выше. Если я поставлю... Если встану на эту тубаретку. Буду командовать с тубаретки прям. Ну, чудной, конечно, чувачок. Но козный, мне нравится. Так, ферму. Нет, на ферму мы не накопим. Я все-таки сейчас буду копить 2600 на двойную шестистволку. Нам осталось 900. Потому что у нас уже боссы пошли. Вторые боссы, у них 1600. Ну, как бы так-то нормально мы нахлобучиваем. Он даже до сюда, наверное, не дойдет. Половину мы у него уже сняли. Нет, еще не сняли. Вот только сейчас будет половина. Ну, сейчас пару еще джипарей воткнется в него. Все, 700 осталось. Еще и плюс. С двух сторон его под перекрестным огнем стоит. Ну-ка, сколько у них жизней? Так, у нашего босса осталось 400. Пока добегу, будет где-то примерно 300. А у них сколько осталось? А у них тоже, кстати. Ну, неплохо. Идем одинаково, я думаю, вроде тоже. Ну-ка, давайте, у кого босс впервые помрет? Увижу, не увижу. Так, у них помер, а у нас тоже помер. Ну, практически вообще. Идем нога в ногу, ровненько. Так, короче, апаю я шестиствольщика. Давайте, 2600, хлобысь. Все, теперь я тоже не лыком шит. Теперь у меня тоже два этих дула. Пускай нахлобучивают. Боссы, 18-я волна. Короче, пошли, кочу боссов. Так, ну теперь, наверное, все-таки я 2000 накоплю. Либо, если получится, успею, то накоплю на ферму. Надо ферму апнуть на 5-й уровень, чтобы она по 1500 приносила. Ну-ка, у них есть апнутые фермы уже? Нет, у них апнутых ферм нету. До 5-го уровня тоже 4-го, там, 3-го. 1-го, смотрю, есть. Ага, и снайперюк понаставили они. Ну, вот сюда лучше не ставить их. Вот так и вот так лучше не ставить. Нужно всех сосредотачивать в центре. Потому что вот этот чувак будет вообще простаивать. Скучать здесь будет. Смотрите, ему там скучно одному. Кто ж куда ко мне туда подойдет, то чтобы я его увидел, чтобы нахлобучил, а? Он будет стрелять только когда где-то вот тут в конце. Он, короче, будет тылы прикрывать. Если там кто-то будет прорываться, он будет добивать их. Ну, в принципе, тоже верно. Так, у нас 1600 лавандосиком. Но мне нужно 4000. Сейчас мы глянем, как тут пойдут дела. Сможем мы, не сможем затащить. Не, нормально, мы все зачистили. Все, короче, я коплю на ферму. Нам нужно накопить на ферму. Потому что вроде как бы... Пока затаскиваем. Так, вот этот босс, он один идет там, либо их два пойдет, я не помню. Не понял, это что, это Смородина, что ли, босса вызвал? Ха, точно, вон его босс идет. Он нам босса подослал. А сколько, кстати, стоит этот босс? 1000. Вау, он за 1000 нам босса кинул. Ну, я думаю, мы его забодаем. Сколько у него осталось? 1300. Да, куча осталось. А, уже осталось 170, и я апну ферму. Давай, 170, упади на голову. Давай, выкакивайся. Ферма, рожайся. Давай, дерева мои. Дерева. Я знаю, что деревья, но мне нравится говорить дерева по приколу. Кто мне в комментариях пишет, это не дерева, это деревья. Да, понятно, что это деревья. Ну что там, сколько жизней-то осталось? 300. Давай же, помирай. Все. Ферма у меня 5 уровня. Сейчас будет приносить по 1500. Есть. И теперь я могу апнуть еще этого командира. До 2000. Давайте апнем его, глянем.
Ну-ка, я хочу посмотреть, как он изменится. Ну-ка, 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 за 2000. Вот он, красавчик, стоит. Вот так вот. Ну, ну, полтинничек еще. Упади сверху, давай, мой хороший. И хлобысь. Бэнч, ну что это у него такое появилось? Какой-то поезд, что ли, появился? Генеральские погоны, короче, командир. Ну-ка, что он теперь еще бафает, нам интересно. А, он нам тут все-таки ничего не бафает. 20 и 20 осталось, но зато у нас теперь... Появилась какая-то поддержка с воздуха или что-то такое, тоже не знаю. О, еще и 700. Обалдеть. Так, и что там делать? Что он делает-то, интересно, этот командир? Оно само автоматически приходит, этот баф, на четвертый уровень или нет? О, нифига, у нас еще и бараки есть, оказывается. Так, сколько его стоит бафнуть? 7700, обалдеть. Так, ладно, давайте я поставлю все-таки фазера сейчас рядышком. Без фазера сейчас будет тяжело нам. Блин, прикольно. А, он даже ферму апает. Смотрите, даже фермы. Интересно, они больше не приносят? Ну-ка, надо сейчас будет засечь. Эта ферма 4 уровня должна приносить по 500, если я не ошибаюсь. Ну-ка, 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 ну-ка. Нет, все равно по 500 так и приносит. Хм. Значит, он, наверное, не апает фермы. Пока не знаю. Так, ладно, тем временем ставим фазера. И апаем его раз. И до 2 уровня, до 3 пока не можем апнуть. Капец, сколько у нас тут едет всяких юнитов, это обалдеть. У нас, короче, спам. Спам юнитов, у нас куча автомобилей, куча джипарей. Плюс еще идут солдатчики, солдафоны эти, и еще даже и танк есть. Танк — это тоже огонь. Так, ладно, 2600 нужно, чтобы апнуть фазера нам обязательно. Иначе, о, уже два босса идет. Мама не говорит, что будет сейчас больно, 26-я волна, 24-я. Бенчик, ну что, одного так вот завалили босса, не вижу. Это опять смородинка. Смородинка, хватит спамить боссов нам. Так, за 2600 успею апнуть, нет. Нам вот этого босса надо как забодать. Не, нормально, этого забодаем тоже. Так, 2600 я почти накопил. 2600 есть, упало. Ну-ка глянем, что там у соседей-то, а? Что-то они там нам шлют и шлют, шлют и шлют этих боссов. Ферм у них не так много. Откуда у них столько денег-то, а? Так, у них командир. Раз, два, три. Три командоса, короче. И куча мелочевки всякой разной. Мама, не горюй. Ой, что-то чувствую, сейчас будет больно. 25-я волна. Уже попец начинает напрягаться. Так. Что нам апнуть-то? Наверное, файзера все-таки 4700 надо. 4800 накопить. Либо команда, может, командира за 7700. Либо... команда с нашего за 8800. Ой, только не говорите, что опять дисконнект у меня. У меня на прошлой катке в видосе тоже дисконнект был. Роблокс, не болей. Роблокс, не болей. В последнее время что-то частый дисконнект. Итак, интернет есть, все вообще онлайн. Спасибо. Спасибо. Роблокс, ну не болей ты уже. Разработчики, переложите ему там куда-нибудь к компьютеру, к своему серверу подорожник. Большой, здоровый подорожник. Пускай вылечится. Зеленкой полейте сервак свой, не знаю. Забинтуйте его чем-нибудь там. Таблетки дайте от головы. Короче, грусть, печаль и огорчение. Ничего мы опять не проверили. Ну так, команда-то мы... командира, точнее, мы маленько затестили. Но еще не до конца. Я хочу все-таки лапнуть максимально. Печаль, грусть, печаль. Ну что поделаешь, это Roblox, это бывает. Ладно, видос тогда буду закруглять. Потому что что мы так будем сидеть, ждать, пока он подконнектится, это уже все. Она, конечно, пишет, что... Реконнект. А, пожалуйста, реконнект. Типа, пожалуйста, перезайди. Да как я перезайду, когда уже там все играют? Ладно, друзья, спасибо за просмотр. Мы обязательно еще затестим командира. Я все подробнее потом еще расскажу. Все. Всем пока-пока. С вами был Капанда.